Наталья Михайловна Румянцева, Светлана Германовна Костина, Анастасия Геннадьевна Жендаева, Ирина Семеновна Гусева. Готовимся к тесту по русскому языку. Первый сертификационный уровень. Общее владение. Все права на настоящую запись принадлежат издательству «Златоуст». Санкт-Петербург, 2013 год. Вариант 1. Субтест 3. Аудирование. Задание 1.5. Прослушайте аудиотекст 1. Историю из жизни маленького мальчика Димы. Постарайтесь понять, почему он хотел обменять квартиру и переехать жить в старый район. Выполните задание к аудиотексту. Аудиотекст 1. Дима пришел из школы очень грустный. Его семья недавно живет в этом новом районе Москвы. Здесь есть река, лес, большое поле, где можно играть в футбол. В новой школе у Димы уже есть хорошие друзья. Все прекрасно в новом районе, но здесь нет цирка. А Дима очень любит цирк. Раньше Дима жил в центре Москвы. Их дом был рядом с цирком. Он ходил в цирк очень часто. Там ему нравилось все. И веселые артисты, и умные животные, и громкая музыка. Там всегда было весело и интересно. Сейчас Дима учится в пятом классе. Он мечтает стать артистом цирка, когда окончит школу. Но теперь цирк далеко. Что делать? Дима долго думал и наконец решил. Я напишу много объявлений о том, что мы хотим поменять квартиру. Может быть, кто-то хочет жить в новом районе. А нам нужно обязательно вернуться в наш старый район. Но сейчас папе и маме нельзя говорить об этом. Потом, когда будет хороший вариант обмена квартиры, я все расскажу им. На следующий день Дима поехал в центр Москвы. Он везде повесил свои объявления. Нужна квартира рядом с цирком. Звонить после обеда. Спросить Диму. Телефон 125-1301. Потом Дима вернулся домой и начал ждать. Вечером телефон звонил очень часто. Папа и мама не могли понять, кто звонит их сыну весь вечер. Так прошло три месяца. Дима начал получать в школе только отличные отметки. Потому что теперь после обеда он всегда был дома, сидел около телефона и готовил уроки. Телефон звонил очень часто, но нужного варианта обмена квартиры не было. Однажды, когда Дима возвращался из школы, он увидел, что около их дома начали строить новое здание. Рядом висело большое объявление. Дима, как всегда, очень спешил домой, поэтому он не прочитал его. Вечером, когда отец Димы пришел домой, он сказал сыну, «Не понимаю, почему ты дома? Все дети сейчас гуляют, играют в футбол, а твой друг теперь телефон. Дима грустно ответил. Мне не нравится здесь гулять. Здесь нет цирка. Как? закричал папа. Ты ничего не знаешь? Почему ты не прочитал большое объявление? На поле, рядом с нашим домом, будут строить цирк. Наталья Михайловна Румянцева, Светлана Германовна Костина, Анастасия Геннадьевна Жендаева, Ирина Семеновна Гусева. Готовимся к тесту по русскому языку. Первый сертификационный уровень. Общее владение. Все права на настоящую запись принадлежат издательству «Златоуст». Санкт-Петербург, 2013 год. Вариант 1. Субтест 3. Аудирование. Задание 1.5. Прослушайте аудиотекст 1. Историю из жизни маленького мальчика Димы. Постарайтесь понять, почему он хотел обменять квартиру и переехать жить в старый район. Выполните задание к аудиотексту. Аудиотекст один. Дима пришел из школы очень грустный. Его семья недавно живет в этом новом районе Москвы. Здесь есть река, лес, большое поле, где можно играть в футбол. В новой школе у Димы уже есть хорошие друзья. Все прекрасно в новом районе, но здесь нет цирка. А Дима очень любит цирк. Раньше Дима жил в центре Москвы. Их дом был рядом с цирком. Он ходил в цирк очень часто. Там ему нравилось все. И веселые артисты, и умные животные, и громкая музыка. Там всегда было весело и интересно. Сейчас Дима учится в пятом классе. Он мечтает стать артистом цирка когда окончит школу. Но теперь цирк далеко. Что делать? Дима долго думал и наконец решил. Я напишу много объявлений о том, что мы хотим поменять квартиру. Может быть, кто-то хочет жить в новом районе, а нам нужно обязательно вернуться в наш старый район. Но сейчас папе и маме нельзя говорить об этом. Потом... Когда будет хороший вариант обмена квартиры, я все расскажу им.